ты пиши, барин. Да. Пиши. Нет смысла писать, отец. Не поможет тебе прошение. Ты ведь барину на барина жаловаться будешь. Так, значит, верно говорят, что правды нет. И надо бы на ее рогатиной добывать. Тише ты. Здравствуйте, Некрасов. Вы почему-то от меня убегаете все время. Виссарион Григорьевич, вы написали о книжке моей мечты и звуки, что это никчемная книжка. Хорошо поют. О жизни поют. Ваша книжка состоит из звучных стишков, из знакомых общих мест. А ведь вы знаете жизнь. Что же не общие места и о чем не писать? Ужели о том, как я из куска хлеба сочиняю прошение обиженному люду? Как повсюду унижается достоинство человеческое? Ужели предметом поэзии, по-вашему, может быть холод, голод, нищета? А вы все еще полагаете, что поэзия должна сочинять красивые сны? Но она ужасна, эта действительность. Ужасна. Но народ наш прекрасен. Вы услышите его думы, его надежды, его чаяния. И польются у вас настоящие стихи. Приходите ко мне сегодня. Будем читать Тамань Лермонтова. Придете? Приду.